Помогите! Два рыбака оторвались на льдине и оказались на фарватере Казанки. За ними отправляется отряд спасателей. Судно на воздушной подушке, и они мгновенно добираются до пострадавших, чтобы оказать им помощь. Это только учение, но они максимально близки к реальности. Если брать большую акваторию Куйбышевского водохранилища, там бывает очень много ситуаций. Было у нас очень большой, значит, был у нас 14-й год был, когда порядка 170 человек оторвались на льдине. Тоже были привлечены вот так десятки единиц техники. Соответственно, все были спасены. Не только на судне, на воздушной подушке. Сотрудники МЧС спасают пострадавших во время паводка. Также пользуются снеговездеходом «Шерп». Таких в Татарстане всего два, и ему совершенно без разницы, по какой поверхности передвигаться. Здесь задача другая – спасти группу людей из затопленной зоны. Во время паводка населенный пункт оказался отрезан водой, но преград для «Шерпа» нет. Он с легкостью доставляет спасателей к пострадавшим. На этом учения не заканчиваются. По сценарию в затопленной зоне – пожар. Пожарная машина проехать не может, но спасатели не теряются и ликвидируют возгорание с помощью водяных помп. Завтра третий этап – это по лесопожарной обстановке мы будем отрабатывать это практические действия в Лаишском районе по тушению лесных пожаров с применением авиации. Такую работу способны проделать все 15 тысяч сотрудников МЧС по всей республике. Ленар Гинатулин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.